Привет, сегодня я покажу Москву в дыму. Сейчас иду где-то с окраин в центр, это Медведково район. Так, это Ярославское шоссе, за мной область. Вон там МКАД, но его не видно из-за дыма. До МКАДа где-то 200 метров осталось. Вот. Но мне в область не надо, мне не надо в МКАД. Ярославское шоссе, это где-то север Москвы. Там мне надо в центр Москвы. Ну а дальше мы десантируемся на станцию метро Кропоткинская, то есть уже в центре. За моей спиной храм Христа Спасителя, если видно его. А здесь, по идее, должно быть Москва-Сити. Я еще хотел Белый дом снять, но Белого дома вообще не было видно. В принципе, как и Москва-Сити.